Российская военная авиация, которая наносила удары по объектам террористов в Сирии с иранской авиабазы «Хамадан», успешно выполнила все поставленные задачи. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков. Он также заявил, в дальнейшем эта база будет использоваться на основе взаимных договоренностей и в зависимости от ситуации в Сирии. Сейчас, по словам Игоря Коношенкова, все самолеты, которые участвовали в операции, находятся на территории России. Одна из самых опасных зон сирийской кампании – город Алеппо, где исламисты ведут войну против всех религий. Под ударом мечети, христианские церкви. Варвары не делают различий. И кажется, что нет в Алеппо больше дорог к храмам. Но это только на первый взгляд. Они разрушены, но они есть. Дорога к храму в руинах. Настоятель церкви Святого Ильяса показывает последствия обстрелов террористов. Вот уже несколько лет здесь нет прихожан и не слышны молитвы. Построенная в конце 19 века церковь разрушена. Сюда летели не просто снаряды, а орудия ненависти со стороны террористов. Сколько попало снарядов, сложно сказать. Сбили со счета. Когда я вижу наш разрушенный дом, мне очень больно на душе. Это наша история, наша религия. Но еще больнее, когда разрушаются души. Только в этом районе старого Алеппо разрушено 4 храма, каждому из которых более 100 лет. Террористы знали, куда бьют, и делали это целенаправленно. Как вы знаете, боевики не различают ни мусульман, ни христиан. Они разрушают города, природу, уничтожают людей, дома. Если один снаряд падает на христианский квартал, то параллельно падает 10 снарядов на мусульманский. Всех несогласных с их варварской идеологией они считают неверными. Им не важно, кого уничтожать. Боевики запрещенных в России организаций ИГИЛ и Джабхат ан-Нусра продолжают обстреливать жилые районы Алеппо. Не различая религии, радикальные исламисты бьют по святым местам. Только в Алеппо за время войны от бомбежек террористов разрушено 20 православных храмов и 300 мечетей. Один из снарядов попал в минарет. Отсюда хорошо видно, что он разрушен основательно. Его купол пробил перекрытие и лежит вот здесь внутри до сих пор. Многие мечети и храмы, как, например, эта церковь на севере Алеппо, еще и приют для детей. На фоне портреты похищенных в начале войны в Сирии христианских иерархов митрополита Алеппского Павла и Иоанна Ибрагима, возглавлявшего епархию Сирийской ортодоксальной церкви. Что с ними, где они и живы ли, до сих пор неизвестно. Господи, помилуй! Снаряды и баллоны, начиненные взрывчаткой, продолжают лететь со стороны боевиков. Цель – мечети и храмы, солдаты и мирные люди. Обстреливать продолжают даже во время намаза. Звуки маэдзина над Алеппо смешиваются с бесконечными взрывами. Клим Санаткин, Вадим Денисов, Илья Репнин, Первый канал, Алеппо, Сирия.